Спорткомплекс «Металлист» возобновил работу. На полторы недели здание было закрыто из-за едкого запаха краски. Источником стали стройматериалы, которыми выполняли ремонтные работы в кафе цокольного этажа. 25 января преподаватели и тренеры были вынуждены прервать занятия и вывести детей из помещений. В этот же день специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Лабораторные исследования подтвердили наличие вредных веществ. Исследования воздуха показали превышение вредных веществ, таких как пропиловый спирт, формальдегид, изобутиловый спирт, бутилоцетат. По получению результатов мы вызвали директора спорткомплекса для вручения и принятия мер. Некоторые из этих веществ, по оценке специалистов Центра гигиены и эпидемиологии, вызывают жалобы на раздражение горла и глаз. Отравление снижает физическую выносливость, может вызвать учащенное дыхание, отек легких, нарушение функций центральной нервной системы. Эксперты отмечают, что детей вовремя вывели из помещений. 8 дней комплекс интенсивно проветривали, затем взяли повторную пробу воздуха. Исследования показали, что превышения нормы нет.